Всем привет! В сегодняшнем видео я для вас подготовила очень интересный и полезный новый материал, где покажу вам всего лишь одну настройку, которая всегда у вас работает в фоне на вашем телефоне. И оказывается, это связано с Гуглом и местоположением. То есть это скрытым образом включено и работает в фоне на вашем телефоне, поглощая заряд батареи на вашем телефоне. Напишите, пожалуйста, в комментариях, была ли у вас эта настройка включена, либо отключена. Но вот, скорее всего, в 90% случаев точно будет включена, так как она из новых настроек. Для начала хочу напомнить, что эта настройка есть на любом Android телефоне, то есть независимо от модели Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor и так далее. Итак, для этого, пожалуйста, зайдите в свои главные настройки, спускаемся в самый низ до пункта Google, заходим в пункт «Настройки для приложения Google». Кстати, до этого я не замечала эту функцию в связи с тем, что наши телефоны обновляются, и эта функция появилась недавно. Потом заходим в «Поиск ассистент» и «Голосовое управление» и пункт «Уведомления». Включенное уведомление. И вот, пожалуйста, оказывается, что это полностью бредовая функция включена, оказывается. Смотрите, здесь написано, что приложение Google будет использовать в фоновом режиме приблизительное местоположение вашего устройства, чтобы присылать новости о погоде, экстренные помещения и остальную там полезную информацию. Давайте для начала вам скажу, что новости о погоде, погодные приложения, оно и так будет замечательно работать без этого приблизительного как бы местоположения. То есть вы, допустим, находитесь в одном городе, оно приблизительно покажет вам другой город вашей страны, ну, чтобы вы понимали точность работы, соответственно. Просто отключайте эту бредовую функцию, чтобы она не работала больше в фоновом режиме на вашем телефоне. Это самое обидное и страшное, потому что любая фоновая работа, соответственно, это пожирается оперативная память, и заряд вашей батареи будет уменьшаться с каждым днем на вашем телефоне. Поэтому обязательно отключайте. Также назад. И также можем зайти еще в пункт «Общие настройки» и посмотреть вот эту настройку. Я ее обязательно отключила, то есть это рекомендация. На главном, то есть на главной вкладке приложения будут появляться новости, связанные с вашими интересами. Лично мне это не нужно, поэтому самое главное мы уже отключили в уведомлениях вот эту вот функцию. Ребят, спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте свое мнение в комментариях. Всем хорошего дня! Пока.